На летней грядке тыква жила, от природы круглой дамой была. К осени поспела, заоранжевела, яркая и сочная в гости зашла. Лук, чеснок с собой привела, вслед за ними укроп пришел. Окорок свиной тоже время нашел, и морковь погостить решила, хоть хозяйка ее не любила. А картофель пришел просто так, но сюрпризы большой мастак. Красный томат явился с грибами, к ним добавили специи с мечтами. Каждому место нашлось в казане. Вдруг такое началось на огне. Осенние краски тут же смешались, ароматы по кухне помчались. Рагу отведать друзей приглашаю. Рецепта проще и лучше не знаю.